Городская фотография – это современный жанр, в котором трудится много фотографов. Часто главным героем таких картин становятся здания и архитектура. Если говорить о Нижнем Новгороде, то на многих снимках местных моменталистов можно заметить объект архитектора Кизеветтера. Например, его дома украшают улицу Ильинскую, Алексеевскую, улицу Пожарского и Лыковую дамбу. В Нижнем Новгороде открылась выставка к 200-летию архитектора «Дом, который построил Кизеветтер». Открыл экспозицию с фотографиями молодых фотографов-любителей глава Нижегородского района Игорь Согин. 200 лет в этом году исполняется со дня рождения этого выдающегося архитектора, дома, которые как раз украсили наш родной Нижегородский район, Нижний Новгород, создали вот эту всю архитектурную застройку к середине 19 века. То, в чем мы сейчас живем с вами. Дома предстают в новых ракурсах, открывая новые черты города. Дом городского главы Федора Петровича Переплетчикова на улице Кожевиной 11 – самое знаменитое произведение Кизеветтера. За него архитектор был удостоен похвалы императора Николая I. Посетить выставку могут все желающие в часы работы администрации Нижегородского района до 22 мая.